This conference will now be recorded. Коллеги, добрый вечер. Давай, напишите, пожалуйста, в чат, что вы меня слышите и что видите презентацию, чтобы понимать, в каком сейчас состоянии. Угу, отлично, Петр, спасибо. Я вижу, Петр плюсики поставил. Мы буквально через минуту будем с вами начинать. Сейчас еще подождем. Отлично, все написали уже плюс, тут классно. Еще минуту ждем и будем начинать. Добрый вечер, Елена. Коллеги, всем привет. Мы можем, в принципе, с вами начинать. Так как уже время пришло. Я смотрю, кто-то камеру хочет подключить. Итак, спасибо вам за то, что вы пришли сегодня на семинар. Я вам как раз расскажу интересную тему, как стать востребованным дизайнером и зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц в компании. Но прежде чем перейдем к этой теме, я сначала расскажу, кто я такая, почему я именно в этом учебном центре преподаю.
Итак, меня зовут Анастасия, я закончила высшую школу экономики по специальности дизайна программирования. Сейчас я имею большой опыт практической работы в исследованиях и в разработке продукта, и также занимаюсь дизайном в компании МТС Банка. Сейчас я являюсь руководителем направления UX-дизайна малого и среднего бизнеса. Помимо того, что я руководитель направления, я еще фасилитирую воркшопы в своей компании. Для тех, кто, если не знает, кто такой фасилитатор, то это человек, который обеспечивает успешную групповую коммуникацию либо в процессе обучения, либо на воркшопах, либо в мастер-классах. Воркшоп, простыми словами, это тот же самый мастер-класс. Сейчас он более такое хайповое слово на рынке, и практически все себя называют фасилитаторами воркшопов. Также параллельно я являюсь ментором программ в университете Geekbrains и наставником в Яндекс.Практикум на курсе UX-дизайна, UX-UI-дизайна. И периодически выступаю как приглашенный спикер. На днях я выступала во Free по поводу методов исследований и в Usability Lab. Составляли персоны, проводили воркшопы. Так, теперь давайте познакомимся с вами. Кто вы и почему пришли на семинар? Смотрите, вы можете написать в чатик, можете сказать голосом. Будет классно, кто захочет, может быть, голосом, вкратце сказать буквально два слова. Если не хотите голосом, то пишите в чат. Для чего мне нужна эта информация? Угу. Учусь на дизайнера. Елена учится на дизайнера. Классно. Спасибо, Елена. Для чего нужна эта информация? Возможно, я вам еще посоветую какие-то курсы дополнительные. Не знаю, может быть, еще что-то, какую-то информацию. Петр, есть желание стать дизайнером на удаленке. Отучился и еще учусь. Владимир, программист. Спасибо. Спасибо, что рассказали вкратце о себе. Я надеюсь, что сегодняшний семинар даст вам больше такой информации интересной. Елена – графический дизайнер, начинающий моушн-дизайнер. И Владимир – нужно совместить. Угу, отлично. Я надеюсь, что сегодняшний семинар погрузит вас и расскажет вообще, какие скиллы, какой опыт должен иметь UX и UI-дизайнер, либо вообще в целом дизайнер. Мы поговорим о разных направлениях. Давайте сначала расскажу вкратце об учебном центре «Специалист». Он 28 лет на рынке образовательных услуг. Сейчас свыше 1 миллиона 200 выпускников в этом учебном центре. Также более 35 тысяч корпоративных клиентов, 60 учебных классов и 250 преподавателей-экспертов. Сейчас экспертов-преподавателей больше как практиков, все больше и больше становится в учебном центре. И также у нас свыше 1000 курсов. То есть на сайте, если зайдете в специалист, там очень большие такие разветвления, где вы найдете любой курс по своей специальности, в принципе, которую хотите развить. Какое я место занимаю в этом учебном центре? Я преподаю курс юзабилити сайтов проектирования веб-интерфейсов. У меня курс начнется с 4 июля. Что в нем будет? То есть что на этом курсе будет и о чем я буду рассказывать? Но сначала я погружу вас в такую небольшую интересную информацию, которую, в принципе, возможно, вы уже знаете, а может быть и нет. То есть если мы говорим про... Когда вы разрабатываете какой-то продукт, возможно, сайт либо приложение, то в первую очередь мы должны обращать внимание на то, как пользователь взаимодействует с вашим продуктом и в дальнейшем будет ли он приходить к вам за той или иной покупкой или нет. Допустим, если вы решили создать интернет-магазин одежды и понимаете, что один какой-нибудь клиент, ваш пользователь, зашел на ваш сайт и в дальнейшем, скорее всего, не вернулся, потому что элементарно не смог найти какой-то вещи, либо не смог заказать ту или иную вещь, одежду, возможно, это будет какая-то футболка. То есть чаще всего на сайт пользователь приходит с конкретной целью, чтобы узнать какую-то информацию, посмотреть или заказать товар, или осуществить доставку. То есть у него есть простая задача, например, поиск продукта какого-нибудь, к примеру, майки, если это интернет-магазин.
магазин. И если эта простая задача для него превращается в такой огромный квест и занимает очень много времени элементарно в поиске этого продукта, то, скорее всего, на следующий раз он не зайдет на ваш сайт, не зайдет на ваш ресурс и, возможно, скорее всего, и не порекомендует никому. То есть таким образом вы можете потерять клиентов, и в дальнейшем бизнес будет ваш не настолько процветаемый, как вам хотелось бы. То есть именно поэтому компании сейчас уделяют большое внимание юзабилити, удобству использования сайта, да, с позиции пользователя. И выявляет, с какими проблемами, с барьерами сталкивается ваш пользователь. Таким образом, допустим, проводя юзабилити-тестирование с вашими пользователями, мы понимаем, что почему клиент ушел, почему он к нам больше не возвращается, почему конверсия уменьшается, допустим, из посещения в покупку. В процессе учебы на этом курсе вы побываете и пользователем, и исследователем. Особое внимание я уделю юзабилити-тестированию, а также исследованиям, особенно качественным. То есть это глубинное интервью, также мы с вами составим персоны, то есть более такое точечное сегментирование вашей целевой аудитории из тех данных, которые вы уже владеете либо имеете. Также у вас будет уникальная возможность разработать вот по шагам ваш сайт своей компании, либо тот сайт, который вы сейчас начали реализовывать, либо, может быть, у вас свой сайт уже давно реализован, и я вам могу понять, насколько он хороший, как его вообще в дальнейшем лучше сделать. То есть, опять же, применяя все качественные исследования и применяя юзабилити-тестирование для вашего сайта. Также мы научимся с вами проектировать и составлять сценарии пользователя в дальнейшем, чтобы клиент, пользователь, заходил на ваш сайт и покупал ту или иную вещь или просто достигал своей конкретной цели, за которой он пришел на ваш продукт. Чему вы научитесь на курсе? В первую очередь это выявлять потребности пользователя с помощью вот этих качественных исследований, методов качественных исследований, о которых я вам расскажу. Вы будете получать от ваших пользователей инсайты, и опять же, вы научитесь проводить эти качественные исследования, глубинные интервью, пользоваться инструментом Customer Journey Map, а именно карта пользователя. Карта пути клиента. То есть тем самым, когда вы выявите потребности, мы узнаем, а в какую сторону вообще развивать наш продукт, отталкиваясь уже от полученных инсайтов. Также вы научитесь выяснять, с какими барьерами сталкивается пользователь при взаимодействии с вашим сайтом и как эти барьеры устранять, как с ними работать. Также покажу вам и научу, как проектировать удобные конкурентоспособные сайты, улучшать пользовательский опыт уже существующих сайтов, проводить исследования, опять же повторюсь, это качественные исследования, не количественные, не маркетинговая история, а качественные исследования, это глубинное интервью, юзабилити-тестирование и многое другое. Также составлять карту пользователя и выявлять их боли. Ну и, естественно, решать проблемы пользователя при взаимодействии с сайтом. Как мы можем помочь, зная вот эти полученные данные на основе исследований, и как мы можем улучшить наш продукт, наш сайт. Еще раз повторюсь, будет много практики. Так как я являюсь фасилитатором воркшопов, я всегда люблю применять уже на основе вот теории полученных применять это на практике. У меня много студентов в Geekbrains, и я как раз часто использую онлайн-воркшопы, то есть онлайн даже не помеха, я бы так сказала. Так, место в цепочке курсов. То есть если вы зайдете на сайт, это в разделе «Веб-дизайн», «Figma», «UX», «UI», и если на этой странице окажетесь, то увидите, что есть такой курс юзабилити сайтов, проектирование веб-интерфейсов. Так, кому будет полезно? Ну, руководителям интернет-проектов, специалистам по юзабилити, которые хотят еще прокачать свой опыт и получить больше знаний, также менеджеров по интернет-рекламе, также разработчикам и проектировщикам корпоративных сайтов, веб-мастеров и веб-дизайнеров, также просто дизайнеров интерфейсов, начинающих дизайнеров, кто сейчас опять только начинает и хочет
понять, в каком направлении ему дальше двигаться. Арт-директоров, которые хотят прокачать свой опыт именно в юзабилити и в исследованиях, да, чтобы в дальнейшем применять это на своем продукте. И HTML-верстальщиков. Документы об окончании – это свидетельство, удостоверение и сертификат. То, что вы получите. Сертификат на английском, если это уже по желанию. Давайте теперь перейдем непосредственно к нашему семинару, про который мы сегодня будем с вами разговаривать. Что мы узнаем сегодня на семинаре? Что мы узнаем сегодня с вами на семинаре? Это как вырасти от дизайнера прототипа до специалиста широкого профиля. Вообще, как стать востребованным на рынке, какие навыки и опыт нужно прокачивать, какими навыками в дальнейшем нужно обладать, чтобы стать современным и востребованным, как начать понимать бизнес и понимать пользователей, и что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать. Также я такое сделаю небольшой обзор по в какой компании, либо фрилансом, где лучше работать, и расскажу плюсы и минусы. Ну, а такая небольшая предыстория. Раньше, возможно, не знаю, вы слышали, до 2014 года в основном на слуху был только веб-дизайнер, то есть тот человек, который занимался дизайном интерфейсов, разработки сайтов. И в основном вот остальные UX, UI, продуктовые дизайнеры, то есть мы об этих людях, об этих, не знаю, специальностях не слышали вообще. То есть начиная с 2015-16 года активно начал веб-дизайнер становиться такой многоножкой, который начинал прокачивать к себе и исследования, и юзабилити-тестирование, то есть дополнительные навыки и опыт. И сейчас на рынке с 2018 года стал огромный такой хайп, можно его назвать. То есть все компании поняли, что веб-дизайнер – это не тот специалист, который нужен. И если вы зайдете, допустим, на тот же самый HeadHunter, вы чаще столкнетесь с такими вакансиями, как UI-дизайнер, UX-дизайнер, UX-UI-дизайнер, продуктовый и так далее. То есть они все около, такие около дизайна интерфейсов. Но я вам сейчас расскажу вкратце буквально, кто такие UI-дизайнер. Это User Interface дизайнер, тот, кто занимается в основном разработкой визуальной части и компонентами. Это тот интерфейс, который мы видим в приложении и на сайте. UX-дизайнер, он в основном занимается больше исследовательской историей, как раз проводит юзабилити-тестирование, проводит качественные исследования. UX-UI-дизайнер – это такой, опять назову его, восьминожка, многоножка, который умеет и проводить юзабилити-тестирование, умеет применять эти навыки при разработке интерфейса, при разработке визуальной части, чтобы в дальнейшем полученные данные он смог, с помощью этих полученных данных он смог улучшить интерфейс. И чтобы, естественно, пользователю было проще взаимодействовать с вашим сайтом либо с приложением. Существует еще продуктовый дизайнер. Это как раз дизайнер, он находится непосредственно внутри продукта, допустим, крупной компании. Возьмем Mail.ru. Есть продукт Одноклассники, либо ВКонтакте, либо тот же самый Geekbrains. И внутри вот этого продукта, например, Одноклассники, есть продуктовый дизайнер, который занимается развитием этого продукта. То есть он придумывает какие-то фичи, функции, да, которые можно в дальнейшем реализовать в этом продукте и на чем можно зарабатывать. Также он проверяет гипотезы, строит информационную архитектуру, делает прототипы, проводит тестирование. То есть он занимается разработкой продукта от самого начала до запуска той или иной функции либо того или иного продукта, если это продукт новый. Есть еще проектировщик, который строит информационную и функциональную архитектуру сайта либо мобильного приложения. Существует еще CX-дизайнер, это Customer Experience дизайнер. Он занимается как раз исследованиями не только интерфейсов, да, но и
клиентского опыта в целом. То есть, допустим, если UX-дизайнер – это человек, который взаимодействует в основном только с интерфейсами, который занимается разработкой только интерфейсов и проводит исследования, а CX – это в продукте в целом. Допустим, опять же, если вы открыли салон красоты, у вас есть сайт, но нужно еще посмотреть, а как еще клиент в дальнейшем, помимо сайта, когда пришел к вам в салон красоты, какой он опыт получил, попав к вам в салон красоты, какое было обслуживание, какое качество обслуживания, ушел он довольный или нет. То есть это как раз этим занимается CX-дизайнер. Выясняет опыт клиента на основе вашего продукта. И есть еще дизайнер-аналитик, который собирает веб-аналитику, проводит АБ-тестирование, также может проводить юзабилити-тестирование, но это так вкратце. Итак, современный дизайнер, он должен обладать большим набором качеств, умений и знаний. То есть мы говорим про хард-скиллы и софт-скиллы. То есть если, допустим, дизайнер обладает только хард-скиллами, то, скорее всего, на рынке он будет не так востребован, как хотелось бы ему, и сколько, и, допустим, не будет столько зарабатывать, как хотелось бы ему. То есть, конечно же, дизайнер должен еще себе прокачивать софт-скиллы. Что такое хард-скиллы? То есть это умения, необходимые для конкретной работы. То есть это профессиональный навык. То есть если он дизайнер, конечно, он должен уметь, допустим, знание там основных трендов именно в веб-дизайне, да, и их применение. Если мы про мобильный дизайн говорим, то, конечно, это знание основных трендов в мобильном дизайне. То есть умение строить прототипы адаптивных сайтов и лендингов. И то же самое к мобильному дизайну. Разработка креативных концепций сайта. Если говорить про инструменты, то он должен ими уметь владеть и Figma, и Principle, и основы After Effects, и Adobe XD. То есть все современные инструменты, которые сейчас есть на рынке. И Мира, где... Мира – это такая огромная доска, где можно командой вместе работать и решать многие задачи внутри команды. Также он должен понимать, иметь, точнее, понимание и применять правила веб-композиции в своем дизайне, когда он занимается разработкой. Также иметь навык работы с цветом и составления цветовой схемы, да, навык работы с композицией, работа со шрифтом и применение этих шрифтов в дизайне, умение работать с модульными сетками, понимание особенностей веб-верстки, да, создание анимации, также умение проводить юзабилити-тестирование и работать с результатами, которые получил на основе этого тестирования, проводить исследования и в основном качественные исследования с пользователями, которые уже сейчас существуют. Также знание применения основ программирования – это CSS, HTML. Для чего это нужно? Для того, чтобы в дальнейшем с разработчиками, с которыми ты работаешь в команде, говорить на, разговаривать на «ты» и понимать, а вообще какую задачу ты хочешь решить и донести правильно это до разработчика, чтобы в дальнейшем по исходу, когда ты принес ему макет либо техническое задание, не получилось после его разработки не то, что ты хотел получить. Также создание анимации, создание материалов для сайтов и приложений. То есть это хард-скиллы, которыми должен обладать дизайнер. Если мы говорим про софт-скиллы, то софт-скиллы – это больше над профессиональной компетенцией, да, навыки мышления и общения. То есть, конечно, когда дизайнер попадает в команду, возможно, даже если он на фрилансе работает, конечно, софт-скиллы он тоже должен свои прокачивать. Во-первых, это общаться с заказчиком. То есть это обязательная часть, и находить общий язык, и договариваться в первую очередь. То есть дальше построение и планирование тайминга проекта. Конечно, если ты не умеешь это делать, если дизайнер не умеет планировать свои дедлайны, допустим,
примеру, у него задача есть сделать, разработать сайт за месяц, ну, к примеру, в определенное число, и он просто не успевает. Это значит, он не умеет просто планировать свое время. Ну, возможно, есть какие-то еще причины дополнительные, но чаще всего, если ты работаешь в команде, в крупной компании, либо в агентстве, есть определенный дедлайн, которому ты должен выполнить ту или иную задачу по разработке сайта. Также умение оценивать и комментировать бюджет на проект. Что это значит? Когда ты, опять же, должен понимать, а сколько средств уйдет на разработку. То есть понимать, а впишешься ты в бюджет или нет. Также сбалансированная оценка идей. Когда ты придумываешь какие-то идеи по разработке или по внедрению какой-нибудь функции в твой продукт, в сайт, либо в приложение, также должен оценивать эту идею, чтобы не прийти к тому, что ты ее разработал, какую-то функцию, и она стала невостребована. Также обязательно такая презентация и оформление этих идей. Конечно, ты, когда взаимодействуешь с заказчиками либо с владельцами продукта, обязательно свою идею ты должен презентовать и рассказывать. То есть продавать, можно так сказать, чтобы в дальнейшем твои идеи были, не знаю, востребованы, что ли, и ты их смог в дальнейшем реализовать. То есть если ты не умеешь презентовать свои идеи, то, в принципе, скорее всего, твои идеи не будут востребованы. Также умение оценивать ограничения на каждом этапе разработки. Опять же, если вы знаете HTML, CSS, то при дизайне и при разработке вашего продукта вы будете понимать, что какой функционал вы сейчас можете разработать, и, допустим, будет ли он утяжелять сайт либо ваше приложение. И в дальнейшем, учитывая то, что вы, допустим, сейчас нереально реализовать в разработке, то, конечно, вы тратите на это время, на это меньше времени, и в дальнейшем учитываете все такие нюансы. И спокойно отдаете разработчикам, и не будет очень много вопросов со стороны разработчиков. Зачем ты это сделал так, когда сейчас это невозможно? То есть чаще всего, если дизайнер не умеет оценивать ограничения по функционалу, по реализации функционалу, то на это тратится очень много времени, на разговоры с разработчиками. Это из моего опыта, когда я пришла тоже в креативное агентство работать еще давно, то есть у меня были очень огромные фантазии там, по внедрению дизайна, по разработке сайтов. И в дальнейшем, когда эти мои фантазии доходили до разработчиков, разработчики говорили: «Насть, ну вот такое нельзя сейчас реализовать, просто это очень дорого, во-первых, а во-вторых, это будет утяжелять сайт, и сайт будет долго загружаться». Также вы должны знать такие гибкие методологии, как Agile, а именно фреймворк Scrum, Kanban, возможно, вы о них уже слышали на рынке. Если вы работаете в крупной компании, допустим, в том же самом Mail, Яндекс, либо в каком-то банке, то, конечно, эти методологии часто звучат. Скорее всего, по фреймворку Scrum работают в этих компаниях, но иногда по Kanban. У нас, например, в МТС-банке мы работаем по фреймворку Scrum. Также умение найти потребности целевой аудитории, да, умение провести конкурентный анализ и оценить результат, то, что вы получили, понимание особенностей диджитал-коммуникации с пользователем, как вообще коммуницировать, опыт написания сценариев для видеороликов в дальнейшем, также умение прописывать технические задания для юзабилити-тестирования, то есть не просто провести юзабилити-тестирование, но и составить план и сценарии, и возможные гипотезы придумать, которые вы будете проверять. К примеру, если сайт, гипотеза, я предполагаю, что клиент не смог заказать, не смог добавить в корзину, потому что он не увидел кнопку, к примеру, да, и такие гипотезы ты должен формулировать от 10 до 40 и проверять их с помощью юзабилити-тестирования. Также применение итераций, метрик конверсии, понимание, точнее, итераций, метрик конверсии, что это такое и как в дальнейшем дизайн может менять на эти метрики и конверсии. Также умение проводить мозговой шторм с командой. Я больше говорю, конечно, про
большие компании, где чаще всего это используется. То есть на фрилансе это практически не нужно. И если говорить про креативное агентство, то чаще всего тоже не нужен мозговой шторм, потому что чаще всего приходит заказчик с определенной задачей, которую ты должен уже просто решить. Также понимание MVP, Minimal Viable Product, это минимальная жизнедеятельность с продуктом, и умение описывать Customer Journey Map, это как раз путь клиента, и либо нашего пользователя, если мы говорим про интерфейс, при взаимодействии с вашим продуктом, и написание рекламных текстов. Конечно, если дизайнер умеет еще писать тексты, это очень хороший скилл, также он будет востребован на рынке. Если говорить в целом, то UX-дизайнер обладает вот такими навыками. Это user story он должен, wireframe строить, интерактивные прототипы, информационную архитектуру, user research проводить, roadmap строить, user journey map также строить. И если говорить про UI, user interface дизайнера, в основном он занимается UI-китами, сеткой, шрифтами. Ну, как я вам уже и сказала, это больше такая наглядная картинка для того, чтобы понимать, какие еще дополнительные навыки нужны тому или иному дизайнеру. Если мы говорим про UX-UI дизайнера, то это совместные навыки UX-дизайнера и UI. И если более точечно, то User Experience – это как раз про интерактив, анализ целевой аудитории, сценарий, структуры. И если User Interface, то это, опять же, больше визуальная часть. Это больше шрифты, цвета, графические элементы. Где работать? Если мы я вам просто сейчас расскажу плюсы-минусы. Возможно, вы уже где-то работаете и увидите сами эти плюсы-минусы. Если говорить про фриланс, то минусы – это нет стабильных заказов, то есть проблематично вести большие проекты и сложно соблюдать рабочий режим. То есть часто зависим от заказчиков, часто дизайнер зависит от заказчиков, и на взаимодействие с заказчиком тратится очень много времени. Если даже говорить про какие-то платформы, где ты этого заказчика нашел, либо где заказчик тебя нашел. Также постоянный поиск работы, потому что ты всегда, если ты закончил какой-то проект, то ты чаще всего ищешь работу. Так, плюсы какие на фрилансе? Это свободный график, то есть выбор проектов. Ты всегда можешь выбрать для себя проект, который тебе нравится, и отказаться от того, который тебе не нравится. Ты сам себе начальник, нет привязки к рабочему месту, то есть больше такая полная самореализация. Ты можешь свои идеи предлагать. И чаще всего заказчики соглашаются, если ты, опять же, умеешь презентовать их и продавать. Если говорить про дизайн-студии, я работала тоже в дизайн-студии давно еще, в Way to Start, то, да, там минусы, тоже график, офисная работа, зависимость от других. Что значит зависимость от других? То есть чаще всего заказчики приходят с определенной задачей, и вот в дизайн-студии на моем опыте были такие моменты, что заказчик говорил только то, что ему нужно, и не слышал практически никаких рекомендаций. То есть он хотел приблизительный дизайн в таком контексте, там, в таком стиле, такие тренды, и все. То есть чаще всего ты не можешь себя реализовать. То есть возможные переработки, сложность коммуникации. Да, сложность коммуникации тоже была в чем? В том, что заказчик работает в основном с проект-менеджером, дальше проект-менеджер работает с руководителем, руководитель работает с тобой, и, возможно, еще есть арт-директор. То есть это такая длинная коммуникация, пока до тебя дойдет задача, пройдет очень много времени, и, возможно, что-то не донесется, какая-то ценная информация. Плюсы в дизайн-студии – это помощь коллег. То есть если у тебя какая-то загрузка, ты не успеваешь в дедлайн, всегда дополнительные дизайнеры могут перехватить твою работу и, конечно, тебе помочь, не проблема, если у них есть на это времени. Распределение ответственности, финансовая стабильность, крутые проекты. Что значит крутые проекты? Опять же, вот на моем опыте в компании Way to Start нам пришла компания Handhunter и Столичная водка. То есть они разрабатывали новый проект, именно Music Level, это Handhunter, новый проект для поиска музыкантов.
То есть для нас это был такой крутой проект, который и у них была задача, чтобы, точнее, они нам передали весь дизайн, чтобы мы его сами придумали. То есть они пришли практически с пустыми, не знаю, головами, и у них не было никаких идей. Вот это было классно, то, что мы сами могли реализовать себя и свои фантазии в этой разработке, и также с водкой столичной. Какие еще плюсы? Это дистанционная работа, то есть иногда в дизайн-студии можно работать удаленно. Если говорить про продуктовые компании, корпорации, да, это Mail, Яндекс, ну и много-много еще других компаний, которые сейчас на рынке. Минусы – это сложная самореализация, да, действительно. То есть чаще всего, чтобы прийти к какому-то, к идеальному, не знаю, дизайну или к идеальной разработке, во-первых, ты не один в продукте, там много твоих коллег-сотрудников, это и продукт-менеджеры, и проджект, и разработчики, и аналитики, и много-много еще людей дополнительных, и маркетологи, которые обязательно скажут какую-то, внесут свою идею при разработке твоего ну, продукта вообще, корпорации, в которой ты работаешь. Также нудные совещания, да, это действительно часто бывает, иногда просто ты работаешь над какой-то идеей, и целый день могут какие-то быть совещания, непонятно для чего, но тебя приглашают, и ты должен обязательно в них участвовать, чтобы быть погружен в контекст. Также это система переработки и стресс, но, если честно, по переработке и стресс сейчас в компании я у себя такого не встречаю, это больше так индивидуально. Плюсы. Все по-белому, высокий доход, карьерный рост, плюшки, бонусы, проекты с крупными бюджетами. Да, действительно, в компаниях, в корпорациях чаще всего действительно есть выделенный бюджет, с которым тебе хочется работать, с которым ты можешь работать. Бывают такие моменты, конечно, есть задача разработать продукт либо функционал, но бюджета нет, и ты делаешь, что хочешь. Вот, поэтому в компаниях классно, что чаще всего бюджет выделенный и на разработку того или иного продукта. Ну, и причастность к чему-то большему. Конечно, когда ты разрабатываешь и работаешь над каким-то продуктом конкретно, ты понимаешь, что этот продукт в дальнейшем будет востребован, особенно если ты, опять же, умеешь применять софт-скиллы и хард-скиллы. И, конечно, такая небольшая причастность или огромная, что ли, сопричастность к тому, что ты делаешь этот продукт, создаешь. Примерная вилка зарплат. То есть если мы говорим про веб-дизайнера, то это стажера 20, средний веб-дизайнер 60-80. Но, опять же, сейчас на рынке веб-дизайнер, они практически, не знаю, умирают, что ли, именно на рынке вакансий. Сами веб-дизайнеры не умирают, но на рынке вакансий их уже стало меньше. Вот если мы говорим про UX-UI дизайн, то если говорить про среднего UX-UI дизайнера, это зарплата сейчас реальная на рынке от 120 тысяч и высокого уровня от 160. Опять же, если ты обладаешь вот этими hard и soft скиллами, естественно, компании чаще всего нужны такие дизайнеры-осьминоги, которые все умеют и которые решают много задач различных. Если говорить про моушн-дизайнера, то зарплата средняя от 80, и графический от 60, я говорю про среднюю сейчас зарплату, от 60 до 80 тысяч. Вот, поэтому если смотреть так на общую картину, то мы видим, что UX-UI дизайнер, ну, либо даже продуктовый дизайнер, который имеет, опять же, очень развитые хард-скиллы и софт-скиллы и умеет проводить юзабилити-тестирование и качественные исследования, делать прототипы и строить информационную архитектуру. Конечно, такие люди нужны на рынке, они будут востребованы и нужны компании. Что еще делать для того, чтобы себя прокачивать? Конечно, это обучение, то есть учиться нужно всегда. Мы говорим о том, что сейчас практически следить за всеми трендами, что происходит. Плюс еще, возможно, на обучении, на дополнительных курсах, помимо не только, которые в России проходят, но, возможно, на международном рынке. Конечно, там тоже получите много знаний и по поводу UX, и по поводу UI, интерфейсов. Также можете... Ну, я, например, на своем примере
практически учусь, не знаю, каждый месяц я изучаю веб-аналитику и юнит-экономику, просто для того, чтобы потихоньку погружаться и понимать, как в дальнейшем я могу применить при разработке своего продукта, чтобы продукт стал востребованным и, естественно, приносил дальше больше денег бизнесу. То есть если клиент доволен, у него хороший опыт использования нашего продукта, то, естественно, и бизнес доволен, то есть приносит много денег этот клиент нашему бизнесу. Если говорить про изучение трендов, конечно, вы следите всегда за тем, что сейчас меняется на рынке, в каком направлении дальше идет сейчас дизайн и в каком направлении. То есть не стойте на месте. Иногда я наблюдаю такие сценарии, когда дизайнеры, ну, допустим, зайду на Behance и посмотрю, а что сейчас дизайнеры делают. То есть иногда, не знаю, что ли, в 2009-м некоторые дизайнеры застряли. То есть используют не флэт-дизайн, к примеру, а такой 3D-дизайн, но что сейчас уже не очень востребовано, и практически клиенты и заказчики, которые приходят, они чем проще, тем лучше. Задача стоит разработать дизайн. Вот, обязательно изучайте тренды и следите за направлением, а что сейчас востребовано, что в моде и что сейчас применяют в дизайне. Также участвуйте в конференциях и дизайн-сообществах. Не знаю, приходите на разные митапы по дизайну, UX-дизайну, UI. Сейчас на рынке в Москве практически бесплатно очень много митапов, где вы можете поговорить с крутыми ведущими, с дизайнерами на рынке, где вы можете получить от них какие-то советы, также послушать какую-то интересную лекцию. Если вы, возможно, хотите о себе заявить, также вы можете бесплатно оставить заявку на участие в конференциях. Это тоже не проблема. То есть, конечно же, в конференциях нет такого, что только выделенных дизайнеры участвуют. Нет, ты свободно можешь вставлять заявки и, конечно же, участвовать в этих митапах, конференциях. Заходите в любые дизайн-сообщества. На Фейсбуке очень много их, так как по UX, так и по UI. Обязательно общайтесь с ведущими дизайнерами и смотрите, что они делают, какие рекомендации есть. Так, ну, мы все, то есть по семинару все. Скажите, есть ли какие-то у вас вопросы? По семинару, либо, возможно, про прокачки скиллов, либо дополнительные еще какие-то вопросы по юзабилити сайту и по проектированию. Напишите, пожалуйста, в чат. Слышали, Петр написал, слышали ли вы о конкурсах в Телеграме у Дурова? Я давно, мне кажется, слышала об этом, но, если честно, не участвовала и никакой информации нужной вам не могу сказать точно. Спасибо. Можно, пожалуйста, слайд по скиллам показать? Конечно. Если мы говорим про soft skill, про hard skills, то они такие. Опять же, отталкивайтесь от того, какой вы дизайнер. Если мы говорим про UX, UI дизайнера, это такие hard skills. Если говорим про продуктового, то продуктовым немножко больше hard skills, наименований. Коллеги, скажите, пожалуйста, у вас есть еще какие-то вопросы, может быть, дополнительные? Анна написала спасибо.
Хорошо. Надеюсь, была для вас ценная информация, потому что на моем опыте, когда общаются, ну, когда общаешься с дизайнерами, либо когда приходят ко мне студенты, чаще студенты не понимают, а какой опыт они должны еще дополнительно прокачивать в дизайне, что они еще дополнительно должны знать. И, конечно, смотря вот на эту... на список hard skills и soft skills, ты понимаешь уже, в каком направлении тебе дальше развиваться и что тебе еще нужно прокачивать. Так, тогда, коллеги, спасибо вам всем за то, что уделили время, за то, что пришли на семинар. Тут еще такая небольшая информация про ближайшую дату курса, если вдруг заинтересует информация о курсе на ссылке, по ссылке найдете. Угу. Так, Калина пишет, подскажите, с чего начать можно графическому дизайнеру, чтобы переквалифицироваться в UX-дизайнера. А скажите, пожалуйста, вы хотите именно в UX-дизайнера или UI, или UX-UI, потому что UX – это user interface, как я уже, точнее, user experience, это клиентский опыт. Как я вам уже сказала, тут больше история про исследование, юзабилити тестирования. UI – это как раз про интерфейсы. Все-таки UX, Калина, подскажите. UI. Да, на самом деле, вообще с чего начать? Да, UI. На самом деле, с чего начать, если даже поговорить про UX UI дизайнера и как прокачивать, и с чего начать, так плавно входить в эту профессию, то, скорее всего, вам нужно начать, сейчас я подумаю, если говорить про интерфейсы, то возможно посмотреть, что вообще сейчас дизайнеры рисуют. Допустим, на тех же самых Behance, либо Dribbble на сайтах. Я думаю, что вы там наверняка состоите. Какие сейчас интерфейсы реализуют, к примеру. Дальше, возможно, почитать дополнительную литературу. И очень много статей про дизайн, про UI-дизайн и про UX-дизайн. Просто почитать статьи, вообще и в каком направлении вам дальше двигаться. Если говорить еще про UI, то если вы уже хотите начать, не знаю, входить плавно в эту профессию и начать рисовать сайты, то моя рекомендация основная – просто берите сайты, какие-то примеры, какие вам нравятся, и в Figma рисуйте. Изучайте Figma, обязательно этот инструмент. Это сейчас must-have для UX, UI дизайнеров. Практически все в нем работают. Либо в Sketch'е. Вот, берите примеры дизайнов крутых, дизайнов сайтов, либо приложений, просто срисовывайте, не знаю, натренировывайте опыт. В дальнейшем, когда вы будете срисовывать, вы будете понимать, какие, допустим, какие сетки используются. Также прочитайте про сетки. То есть плавный вход – это изучение Figma и просто тренировка своей насмотренности по дизайну, именно по веб, либо по приложениям. Угу. Да, спасибо. Тогда, коллеги, у нас остается одна минута. Если вопросов нет, да, спасибо еще раз, что пришли на семинар, послушали. Надеюсь, опять же, что нужная для вас была информация, и она вам в дальнейшем пригодится.